Замечательно. Я попрошу всех выключить микрофоны, кроме спикера. Меня зовут Евгения, я рада приветствовать всех на первой лекции образовательно-просветительского проекта «Экспедиции трех веков по следам Миклуха-Маклая». И рада вам представить лектора, это Гарин Артем. Он член молодежного экспертного совета фонда имени Миклуха-Маклая и сотрудник Института востоковедения Российской академии наук. Он с вами будет все лекции. Цикл лекций, напомню, у нас состоит из 4 штук. И сегодня у нас первая лекция. Ну что ж, давайте начинать. Я передаю слово Артему Гарину. Да, здравствуйте всем еще раз. Рад видеть такое большое количество участников. Хотел бы уточнить, видно ли все, экран видно, презентацию и так далее. Угу. Да. Отлично. И действительно, я особенно рад, что сегодняшняя вот у нас лекция проводится и при поддержке также и в сотрудничестве и с библиотекой имени Пушкина и образовательными учреждениями. И сегодняшнее наше мероприятие, наше занятие будет посвящено выдающемуся ученому, путешественнику, гуманисту и общественному деятелю, с именем которого действительно тесно связаны российские исследования в южной части Тихого океана, российские исследования на Новой Гвинее во второй половине XIX века. Ну и более того, путешествия и научные исследования Николая Николаевича Миклуха-Маклая, они составили прямо важную действительно веху в истории не только российской, но и мировой науки. Сегодняшняя лекция у нас проводится фондом имени Миклуха-Маклая при поддержке фонда президентских грантов, и а также экспертной научной поддержки Центра изучения Южно-Тихоокеанского региона Института востоковедения Российской академии наук и Всероссийской ассоциации исследователей Южно-Тихоокеанского региона. Ну и действительно, пару слов стоит сказать о нашем проекте, что же он собой представляет. Во-первых, благодаря нему вы также узнаете о достижениях наших соотечественников в исследовании Новой Гвинеи, Океании и о российских названиях географических объектов в регионе Южных морей. И причем узнаете вы как о 19-м, так и 20-м, так и 21-м веке и проследите всю преемственность исследований Новой Гвинеи. Ну и более того, если вы сами уже готовы для проведения научных исследований, я думаю, все вы уже к этому готовы, на восточном побережье Папуа-Новой Гвинеи, который называется берег Маклая, то у вас вот есть вот эта уникальная возможность разработать свой собственный проект экспедиции по следам отважного ученого, гуманиста и путешественника, о котором мы с вами сегодня и поговорим. Николай Николаевич Миклуха-Маклая действительно молодой ученый, родился в деревне Языково-Рождественской Новгородской губернии. И во время уже обучения в гимназии у него пробудился вот этот интерес к естествознанию и географии. В студенческие годы, как в принципе логично, Николай Николаевич не искал себя. Он изучал, например, он поступил на физико-математический факультет Санкт-Петербургского университета, зачем учился в Германии на медицинском факультете, где также, например, усиленно изучал и зоологию, и сравнительную анатомию, интересовался антропологией, и при этом он даже взял себе курсы по политической, то есть по разному спектру наук. И как ученый естествоиспытатель, а естествоиспытатель — это тот человек, который занимается изучением природы, ее растительного мира, живого мира и минерального мира, например, и все это в комплексе, все это одновременно. А Николай Николаевич Миклуха-Маклай был именно таким человеком, и он прекрасно осознавал, что для дальнейших экспедиций, ему понадобится знание сразу в нескольких научных дисциплинах. Ну, на фото как раз мы видим Николая Николаевича Миклуха-Маклая во время обучения на медицинском факультете в Йенском университете с профессором зоологии, с таким
по-настоящему великим биологом-эволюционистом, с человеком, благодаря которому мы знаем теперь термин «экология», Эрнстом Геккелем. И вот с ним, будучи 20-летним студентом, Миклухо Маклай совершил свою первую экспедицию в Северную Африку для изучения преимущественно морской фауны, и он изучал губок и акул. И именно тогда же у Николая Николаевича проснулся вот этот интерес к изучению, к описанию вот этого культуры, обычаев народов, чьи территории он посещал по ходу этой экспедиции и оставлял такие довольно ценные этнографические знамения. Вероятно, именно поэтому его дальнейшая научная деятельность, она была в большей степени уже связана именно с этнографическими или антропологическим изучением малоисследованных на тот момент народов Тихого океана. И вот я вам рассказываю тут, он интересовался этнографией, антропологией и так далее. Но что же представляет собой этнография и что же представляет собой антропология? Этнография — это наука у нас изучает, изучающая и описывающая материальную и духовную культуру народов мира, в то время как антропология — это уже совокупность научных дисциплин, то есть не одна научная дисциплина, а совокупность, в которую входят еще различные дисциплины, которые занимаются изучением человека, его происхождения, развития, существования его в природной среде и в то же время существования его в культурной среде. И вот как раз с этим занимается антропология, и главное не путать нам вот эти две науки. После возвращения из университета и экспедиций, из своих экспедиций в Северную Африку, Миклухо Маклай представил императорскому русскому географическому обществу. Важно напомнить, что Николай Николаевич тогда был молодым ученым, то есть он разрушает вот эти стереотипы, чтобы обязательно представить свой научный проект или отправиться в какую-то экспедицию, нужно обязательно дожить до определенных лет, нужно быть человеком там или преклонного возраста и так далее, достичь всяких регалий, а потом уже отправляться в экспедиции. А Николай Николаевич это сделал, будучи студентом уже после университета, то есть он был молодым человеком, настоящим молодым ученым. И вот и он тогда представил императорскому русскому географическому обществу свой проект многолетней экспедиции в Тихий океан. Ознакомление с научной литературой, беседы и переписка с ведущими отечественными и мировыми учеными навели его на мысль, что исследование целесообразно начать с Новой Гвинеи, огромного острова в южной части Тихого океана, или как-то она также называется Океания. Ну и что же сама по себе представляет Новая Гвинея? Во-первых, это второй по величине остров на Земле. И располагается он, как я уже говорил, в южной части Тихого океана. И это также, помимо того, что это самый большой, один из самых больших островов, так он еще является одним из наиболее уникальных уроки, на планете. Например, остров был открыт в 1526 году, а затем в 1545 году он был назван Новой Гвинеей. И все-таки важно подчеркнуть, почему он именно был так назван. Например, вот мореплаватель, который в 1545 году назвал Новой Гвинеей, уже бывал в Гвинее в Африканской. И он проплывал мимо острова, он видел там темнокожих людей на берегу, он видел там такие же тропические пейзажи, и поэтому решил, что это, в принципе, она мало чем отличается от Африки. И, вероятно, именно поэтому Новую Гвинею часто путают с африканскими странами. Ля ты крыса, а! Секунду. Да. И вот поэтому их часто путают с Африканской Гвинеей. И нам важно запомнить, и вам тоже важно запомнить, когда вы будете отправлять свой проект экспедиции, что вы отправляетесь на Новую Гвинею, которая располагается в южной части Тихого океана, и на Новую Гвинею, которая не располагается в Африке. То есть ни в коем случае не отправляйтесь в Африку, отправляйтесь именно в Океанию. И всего, мы как знаем, в Африке есть три Гвинеи. Это экваториальная Гвинея, Гвинея Бисау и просто Гвинея, в то время как Новая Гвинея, опять же, повторюсь, располагается именно в океане, и поэтому их все-таки желательно не путать.
Ну и в самом, сама вот эта культурная и лингвистическая картина, в особенности на острове Новой Гвинеи, она очень пестрая. Там население говорит аж на 867 языках. И причем каждый язык отличается от другого. Это не какой-то диалект или так далее, или просто как-то у людей просто разные слова абсолютно ну, могут отличаться. В то же время, например, если бы вы в своей школе говорите на одном языке, то если брать Новую Гвинею, то там другая школа говорит на другом языке, там он более-менее похож на ваш. А школа, которая еще дальше, там вообще абсолютно другой язык. И на Новой Гвинее в деревнях практически такая же ситуация. Самое древнее население Новой Гвинеи — это папуасы. Вы их можете... Первые поселенцы на этом острове оказались более 40 тысяч лет назад. Ныне их численность составляет около 10 миллионов человек, то есть это довольно большое население. И для их внешности характерен темный цвет кожи, курчавые волосы и сравнительно большая ширина носа. Почему я выбрал Новую Гвинею? Это так называлась у нас первая статья Николая Николаевича Миклухо-Маклая, которую он еще составил до отправления в экспедицию. Для русского ученого, который с молодых лет искал возможность отправиться в далекую, и он понимал, что это опасная экспедиция, но при этом она обогатит науку, российскую науку, мировую науку важными открытиями, сделает его имя известным во всем мире. А Новая Гвинея считалась идеальным выбором в этом плане для молодого ученого. Несмотря на то, что Новая Гвинея, как мы с вами уже знаем, была открыта в XVI веке, во времена Николая Николаевича Миклухо-Маклая, то есть это вторая половина XIX, Новая Гвинея все еще оставалась неизведанной частью земного шара. Не было точных сведений ни о площади острова, ни о том, что находится внутри острова. А уж тем более не было начато изучение коренного населения Новой Гвинеи — папуасов. И вот эти вот отдельные какие-то урывистые сведения, конечно, о них были, но они преимущественно вот существовали и уживались вот с самыми, честно говоря, нелепыми вымыслами и легендами. Но из-за этого, к сожалению, в те времена папуасам и многим отличающимся от европейцев народам мира, которые некоторые видные, даже зарубежные европейские ученые, они отводили жуточного звена между европейцами и животными предками. То есть Миклухо-Маклая, впоследствии, кстати, эти идеи, естественно, использовались колонизаторами, работорговцами, и Николай Николаевич Миклухо-Маклая, который обладал живым умом молодого ученого, естественно, стала очевидная опасность вот этих всех идей, и он отправился на Новую Гвинею и решил на неопровержимых фактах, научных фактах, что собой на самом деле представляет папуасская раса. В экспедицию Николай Николаевич Миклухо-Маклай собирался особенно тщательно. Он взял, например, с собой микроскоп, приборы для метеорологических и иных наблюдений, бумагу для записи и рисования, там ящик с лекарствами, всякие там хирургические инструменты. И важно отметить, что он всегда носил с собой записную книжку. То есть если мы посмотрим на эту фотографию, где он стоит в экспедиционном костюме, и, по сути, даже когда Николай Николаевич фотографировался, у него в руках всегда была его записная книжка, что, естественно, важно вам также будет учитывать, когда вы будете отправляться в экспедицию, какое оборудование и что вы с собой именно туда возьмете. Ну и, кроме того, интересы были отправиться вот в эту экспедицию, поддержать Николая Николаевича Миклухо-Маклая были как и на государственном уровне. Например, в петербургских архивах есть записка государственного деятеля, который писал о такой желательности российского присутствия в Тихом океане. И как раз писал про Новую Гвинею. И хотел вот это обратить внимание, какие огромные выгоды принесло бы исследование Новой Гвинеи и установление контактов с местным населением. В то же время Миклухо-Маклай, естественно, мог не знать об этой записке, потому что она была отчасти довольно секретной, и он только был осведомлен, что ему предстоит отправиться на Новую Гвинею на корвете «Витязь». И он знал, что он отправится на Новую Гвинею именно до Индонезии, то есть он его высадит вот в этом районе, а до Новой Гвинеи он должен был сначала добираться сам по задумке. И это его тоже, кстати, не останавливало, хотя, по сути, он отправлялся
шара, которая была абсолютно не изучена ни европейскими учеными, ни какими-либо другими. В то же время Николаю Николаевичу Миклуху Маклаю такая оказывала особую поддержку великая княгиня Елена Павловна, которая отличалась, как пишут ее современники, таким широкой образованностью, умом, много занималась благотворительностью и охотно выступала в роли мецената, то есть покровителя наук и искусств. И даже вот опять же по воспоминаниям современников она покровительствовала талантливой молодежи вне зависимости даже от их сословия, например, в том числе и Николаю Николаевичу Миклуху Маклаю. И вот таким образом влияние вот этой записки, о которой Николай Николаевич, государственный деятель Николай Николаевич мог и не знать, и вот эта помощь великой княгини, она все-таки выразилась в том, что Николай Николаевич доставили напрямую до острова Новой Гвинеи. Ну и важно сказать, что перед отправлением родственники на тот момент 24-летнего Николая Николаевича Миклуха Маклая, по сути этого, можно сказать, действительно мой ровесник, они понимали, что он отправляется в абсолютно неизведанную часть земного шара, о которой ходили противоречивые слухи, поэтому обращались с ним перед экспедицией как в последний раз. И даже по своему... В 2015 году мы отправились... берегу. И также Миклуха Маклая, естественно, позабыл, который обладал рядом таких необходимых для экспедиции свойств. В частности, он был очень плотный, например, штаны у него доходили чуть ли не до груди, потому что, не дай бог, чтобы там что-то заползло и так далее. Поэтому также необходимо продумать при вашей экспедиции ту одежду, ту обувь и так далее, которую вы возьмете с собой. Не бывает толстых людей, бывает тощая самооценка, понимаешь, если для тебя человек кажется... Ага, прошу прощения. Ну и вот это вот первое пребывание Николая Николаевича на побережье Новой Гвинеи, на северо-восточном побережье Новой Гвинеи, он прибыл туда впервые в 1871 году, в сентябре, 20 сентября. И это стало действительно таким знаменательным событием в жизни Николая Николаевича Миклуха Маклая. При помощи русских моряков ему там была построена хижина. И ведь, в принципе, эту хижину также строили. Почему? Потому что точно никто не знал, когда именно ученый вернется из экспедиции, вообще останется он в живых. И для этого у него была договоренность и с моряками, и даже с великим князем, что у него будет специальная капсула. Он в эти капсулы поместит свои дневники, если с ним что-то случится, на дереве нарисует стрелку, что они закопаны. Вот флешка на... Так, ну вот он поместит туда стрелку, что они закопаны вот в этом конкретном месте. И после этого уже как и просил, чтобы русские моряки приплыли на Новую Гвинею спустя год. То есть обнаружат они его живым, не обнаружат, но хотя бы наследие в виде дневников они бы могли как-то сохранить. Ну, естественно, интересно, что почему все вообще эти идеи возникали в умах людей, ведь в те времена большинство зарубежных ученых делали описание коренного населения либо отдаленно, то есть там с бортов кораблей, либо записок миссионеров. То есть как можно изучать, например, население издалека, то есть что там можно увидеть. Это то же самое, что изучать население со слов другого человека и никогда с ним не контактировать. И все это, естественно, приводило к огромному количеству ошибок, выдумок в трудах зарубежных ученых. И Николай Николаевич в этом случае выбрал такой один из наиболее непростых и в то же время уникальных способов проведения экспедиции. И он сделал это первым в мире на Новой Гвинее. Когда ученый отправляется к изучаемому народу на такой довольно длительный период, бывает это даже на несколько лет, и Николай Николаевич первым поселился вместе с изучаемым народом в Новой Гвинее, жил их образом жизни и даже стал частью этого народа.
И все это ему дало возможность собрать вот этот ценный этнографический материал, глубже понять те или иные обычаи, обряды, их смысл, изучить повседневную жизнь коренных народов и так далее. И вот на Новой Гвинее важно отметить, что Николай Николаевич Миклух-Маклай оказался среди людей каменного века. То есть, представляете, это 19 век, но в то же время люди там живут каменного века, которые даже не знали, что такое железо. Они использовали в быту, не использовали в быту металлические предметы, они использовали каменные топоры, копья и так далее. То есть это, безусловно, было и остается одним из уникальных мест на планете. И они знаками, например, когда Николай Николаевич там появился, они изначально знаками предлагали ему уйти. Они восприняли его как сверхъестественное существо, потому что они никогда не видели белого человека. Но Николай Николаевич не реагировал на все эти действия. Он везде ходил без оружия, что также отличало его от большинства европейцев. И в этом случае для нас, естественно, примечательна одна из первых встреч Миклуха-Маклая с папуасами. Его хижина стояла специально рядом с тропинками, которые вели в три разные деревни. И вот Николай Николаевич Миклух-Маклай прибывает на Новую Гвинею, и он решается пойти по одной из тропинок, чтобы познакомиться с папуасами поближе. Как только он подходит к деревне, он слышит женский крик, там дети кричат и так далее, дети все с детьми ушли в горы. Его встретили несколько мужчин с копьями, с луками. И вот опять же Николай Николаевич там был абсолютно безоружный. И важно тоже опять же учитывать, насколько важен трезвый расчет всегда в экспедициях, важна смекалка, чтобы понять, например, что когда в Николая Николаевича потом даже выстрелили две стрелы, понять за столь короткий промежуток времени, что папуасы это сделали не чтобы ему навредить, потому что, как известно, люди с каменного века, белого человека, которого они видят в первый раз, промахнуться из лука не могут. И они тут промахнулись, естественно, стрелы улетели неизвестно куда, и Николай Николаевич понял, что они хотят просто увидеть его реакцию и с какими намерениями он пришел, и вообще стоит от него ли ждать, например, какой-либо беды. И в этом случае Николай Николаевич как поступил? Он взял циновку, циновка — это такой плетеный настил, положил ее под дерево, снял там ботинки и лег спать. То есть для папуасов это было абсолютно неожиданно, и он пишет, что он уже так проспал 2 часа. Папуасы поняли, что это человек, который спит, он уязвим, и им никаких проблем он не доставит, 100% и ни в коем случае. Когда он проснулся, он уже увидел удивленно смотрящих на себя папуасов, не злых там, а впоследствии он как уже писал, что он даже в том случае успел зарисовать несколько построек, по памяти несколько папуасов, и затем уже отправился обратно к своей хижине. Ну и вот благодаря вот этой своей осмотрительности, сдержанности, терпению Николаю Николаевичу Миклуху-Маклаю удалось преодолеть настороженность папуасов, впоследствии сблизившись и подружившись с жителями деревень берега Маклая, это Бонгу, Гаренду и Гумбу, научившись объясняться на их языке, установив добрые отношения с обитателями многих других деревень берега Маклая, русский ученый смог широко развернуть свои исследования. Как я уже говорил, Николай Николаевич Миклух-Маклая считали на Новой Гвинее сверхъестественным существом. И причиной здесь же опять стал белый цвет его кожи. То есть папуасы приняли его за такого предка, который, может быть, вернулся из мира духов, или в то же время у них сложился такой пазл. Естественно, что единственное, что белое они видели, это луна. Значит, Миклух-Маклай тоже с белым цветом кожи и так далее. Значит, все логично, значит, это человек с луны. То есть такое объяснение у них и было, поэтому они его назвали его Каарам Тамо, то, что переводится с бунгуанского языка, как раз человек с луны. И видели вот эту загадку, разгадку, точнее, его могущества, фантастических способностей, а в частности, каких способностей, потому что Николай Николаевич Миклух-Маклай обладал знаниями в области медицины и так далее. Он успешно лечил папуасов даже от болезней, которые они считали, в принципе, лекарства найти довольно тяжело. И они постоянно стали ему обращаться к нему за медицинской помощью. Через 5 месяцев после высадки Николая Николаевича Миклуха-Маклая произошел уже коренной перелом в его отношениях с папуасами. Его начали приглашать и в мужские дома. Мужские дома — это те места, где мальчики
куда мальчики отправляются на несколько недель, учатся рыболовству, охоте и так далее. То есть после выхода из мужских домов они уже считаются, как они прошли все эти испытания, и они становятся уже взрослыми мужчинами. Но при этом все равно Николай Николаевич Миклухов Маклаев продолжали считать таким, ну, духом, но который все же несет с собой добрые деяния. Ну и Николай Николаевич не мог, естественно, как и любой человек, не замечать вот этого к себе особенного отношения. Особенно это заметно, когда приходят, к ним приходили папуасы, например, просили изменить направление ветра, просили изменить вообще его погоду. То есть они были убеждены даже, например, что взгляд Николая Николаевича может, Миклухова Маклая может лечить, потому что они, в принципе, не до конца понимали все его вот эти медицинские действия. Они даже уже были слухи, даже были уже легенды, что он и может и летать, и зажигать море, и прекращать землетрясения. То есть он для них был действительно таким полубогом. Ну и Николай Николаевич, естественно, не только не опровергал все вот эти поверья, а в принципе он их поддерживал. А поддерживал он их почему? Потому что они обеспечили ему, во-первых, безопасность, во-вторых, они обеспечивали ему авторитет, и в частности это не какое-то там личное желание, какое-то там к самолюбию и так далее, нет. Все это помогало ему и создавало более благоприятные такие условия для научных исследований. То есть цели, потому что цель у него была доказать, что именно что папуасы такие же люди, в чем он в целом и убедился практически сразу. Во время своих экспедиций на берег Маклая путешественнику удалось провести антропологические измерения, собрать богатый этнографический материал. В частности, что у нас относится к этнографическому материалу? Это, например, элементы одежды, украшения, традиционное оружие, оружие, орудие труда. Это сведения о культуре, быте новогвинейцев, коренных жителей берега Маклая, это их пища, это праздники, это их культы. Все это, естественно, входит в этнографический материал. Равно как и, например, то, что Николаю Николаевичу Миклухову Маклаю удалось записать 350 слов из бесписьменного языка жителей берега Маклая, то есть у этих людей не было письменности, и Николай Николаевич Миклухов Маклай сохранил то, что в том же на бумаге и так далее для следующих поколений, для поколений 21 века, для поколений ученых и советских, и российских, вот этот бангуанский язык, которого даже в колониальное время не знали австралийцы. Здрасте. В моем пути нескольких людей. Они просто не успели зайти на конференцию. И как, ну, это все это позволило ему погрузиться в местную культуру папуасов, и все вот эти собранные сведения по сей день, то есть спустя 150 лет, остаются ценным источником по этнографии Новой Гвинеи. Ну и покинув залив Астролябия, покинув берег Маклая в 1872 году, Миклухов Маклай решил продолжить изучение коренного населения Новой Гвинеи. За время своих последующих экспедиций в 1876-77 годах, в 1883, его пребывание в общей сложности на Новой Гвинее составило около 30 месяцев. Например, во время второй экспедиции Николаю Николаевичу уже не надо было преодолевать вот этот психологический барьер между собой и коренным населением. Все мы, в принципе, уже были друзьями, поэтому вам тоже обязательно важно учитывать при отправлении в экспедицию, при подготовке плана экспедиции, насколько важен план и вот этот момент входа в контакт впервые с коренным населением, установления им именно дружественных отношений, что впоследствии сослужит не только службу вам, например, но и поколениям исследователей, как показал Николай Николаевич, на не то что на 100 лет, а даже на больше и на некоторые века. И теперь ему удавалось, например, и собрать и больше этнографического материала. Ему уже разрешали посещать и свадьбы, и погребения, и так далее. То есть он абсолютно влился вот в эту культуру и жизнь жителей берега Маклая. Последняя экспедиция на северо-восточное побережье Новой Гвинеи, как я уже говорил, состоялась в 1883 году. Николай Николаевич писал, что вот он съехал на берег, он чувствовал себя как дома, он чувствовал, что ему казалось, что каждое дерево ему абсолютно знакомо, но все же он увидел, что некоторые деревни, к сожалению, были уже не такие населенные, как раньше.
То есть ему уже папуасы сказали, что они страдают от набегов соседних племен, но в то же время к ним приплыли тамо инглис. То есть тамо — это человек по бунгуанскому языку, а инглис — это, в принципе, понятно кто. Ну и Николай Николаевич Миклухо-Маклай, хоть и, естественно, пытался всегда предотвратить колонизацию берега Маклая и боролся за права жителей Океании, все же он их предупредил, что да, действительно будут приплывать такие же люди такого же цвета кожи, с такими же волосами, носами и прочим, но вы им не доверяйте, потому что если он показал специальные знаки, которым отличить друзей Маклая от недрузей Маклая, потому что он понимал, что многие миссионеры, многие люди такие с довольно агрессивными намерениями, они уже знали о Николае Николаевиче Миклухо-Маклае. Естественно, он был всемирно известным ученым уже на тот момент, то есть всемирно известным молодым ученым. И они могли пользоваться, попытаться пользоваться вот этим авторитетом, но уже папуасы знали, что, в принципе-то, друзей Маклая можно ожидать только по определенным сигналам, и были, в принципе, всегда настороже. Ну и за свою жизнь Николай Николаевич Миклухо-Маклай успел внести в такой огромный, значительный вклад в самые различные научные дисциплины, например, в области физической антропологии, этнографии, как мы уже говорили. Можно справедливо утверждать, что Николай Николаевич открыл миру культуру, быт и так далее папуасов берега Маклая. Он провел тщательные исследования их хозяйственного уклада, их общественной жизни и показал, насколько были несостоятельны вот эти российские взгляды некоторых зарубежных ученых. То есть Николай Николаевич Миклухо-Маклай показал своими исследованиями, что нет высших, низших рас каких-то, которые тогда постоянно пытались придумать, а все люди равны от природы, вне зависимости от их каких-то внешних качеств. Ну и вот Николай Николаевич Миклухо-Маклай также один из последних в мировой истории известных натуралистов, ученых широкого профиля, который не только поставил в центр своих исследований человека, то есть проявление его культуры, там, географической среды, но он активно работал в других отраслях естествознания. Мать в канаву кидал. То есть это этнография, антропология и прочие науки. И, в принципе, по авторству Николая Николаевича принадлежат более 160 статей на научных трудов, на английском, на немецком, на французском, на голландском, на прочих языках. Эти труды были не только по этнографии, антропологии, но при этом по метеорологии, океанологии. То есть человек был очень гармонично развит. То есть в то же время Николай Николаевич Миклухо-Маклай — это автор более 160 рисунков, более, точнее, 700 рисунков и 160 научных статей. И как отмечают многие ученые, его рисунки обладают ценностью не только научной, этнографической, но и художественной, потому что у Николая Николаевича был талант при этом к рисованию, потому что фотоаппаратов тогда не было. Естественно, надо было как-то это запечатлеть. И Николай Николаевич, естественно, стал одним из первых в мире благодаря таланту, который смог не только в тексте, но, естественно, на рисунках все это запечатлеть. Как биолог, например, он был эволюционистом, он всегда верил, что низшие организмы могут под воздействием окружающей среды либо развиваться, либо наоборот. Он даже открыл первую в Южном полушарии биологическую станцию. И вот опять же, 17 июля, в день рождения Николая Николаевича Миклухо-Маклая, был учрежден День этнографа в советское время, в 1970-80-х годах. И вот эти его гуманистические принципы, которым он следовал всю жизнь, они впоследствии вылились вот в эти заповеди этнографа, которые были сформулированы уже в советское время, уже спустя столетия. Ну и вот эти за многие годы своих экспедиций на берегу Маклая также появились и русские названия, в частности, это пролив Витязь, который до сих пор есть на мировых картах. И важно сказать, что сам Николай Николаевич Миклухо-Маклай считал всегда себя зоологом. То есть он занимался медициной, естественно, постоянно учился у эволюционистов и так далее. Естественно, всегда это были практически взаимодействия с животными. Но мировой наукой он признан был уже мировой российской наукой как этнограф и как естествоиспытатель. Ну и более того, во время посещения берега Маклая, кстати, стоит отметить, что там благодаря Николаю Николаевичу появились русские слова.
то есть топор, кукуруза и арбуз. То есть каждый абсолютно нес, как сказать, цивилизацию по-разному. Кто-то, миссионеры, пытались нанести, принести цивилизацию в океанию религии. Кто-то, например, оружием. А Николай Николаевич Микух-Маклай понимал ответственность, которая на нем лежит за первый, потому что это был первый человек в мире, который контактировал с этим населением. Поэтому он, наоборот, подарил железное орудие труда. Он подарил им сельскохозяйственные культуры. Поэтому там есть русские слова «кукуруза» и «арбуз», и ими там до сих пор пользуются. Только арбуз — это была изначально дыня. Но они все-таки арбуз и дыню назвали одним словом. Ну и вместе с тем, также он привез туда бычка, например, и папуасы никогда не видели быков. Они, естественно, все разбежались. Они подумали, что это такая же свинья, но только у нее рога были не в челюсти, а уже на голове. Ну и так потом уже Николай Николаевич стал такой мифологизированным персонажем, который разнесся по всей Новой Гвинее, и то есть его стали ассоциировать с таким духом, который несет в себе добрые намерения. Ну, естественно, Николай Николаевич боролся за права жителей народов Тихого океана, он понимал все вот эти угрозы работорговли, похищение людей в рабство, и был первым человеком, опять же, в мире, одним из первых, который пытался добиться международного соглашения, чтобы вот этот предотвратить хотя бы вот эту работорговлю. А впоследствии эти соглашения, они будут только реализованы там спустя более полувека. То есть получается, опять же, вот этот молодой ум, молодой свежий ум молодого ученого, он как раз-таки помог ему сформировать вот те идеи, которые на века абсолютно опередили свое время. Ну и Николай Николаевич провел на Новой Гвинее в своих путешествиях почти половину для как современных вот нынешних ученых, так и для вас, естественно, для будущих молодых уже ученых. И в частности, например, дневники Николая Николаевича Микуха-Маклая. Это труд, который привлекает специалистов даже до сегодняшних дней. Он был переиздан даже в 2020 году и предстоит. Естественно, также работ, там, например, 6 томов в 7 книгах. То есть, представляете, в 19 веке написать от руки столько, чтобы это потом в 21-м вышло в 7 книгах, плюс рисунки, и при этом осознавали, что полно есть архивных документов, которые еще только предстоит найти. Поэтому даже если вы, например, на Новой Гвинее, там вы подумаете, что вы не занимаетесь биологией там, или так далее, не изучаете там животный мир Новой Гвинеи, вы можете изучать наследие Микуха-Маклая как историк. То есть, естественно, у вас такое огромное широкое поле для ваших исследований. Ну и, естественно, уже подходя к концу, хотелось бы вот эти показать как раз фотографии, как выглядят сейчас жители берега Маклая. И тоже хотелось бы поговорить о стереотипах, потому что вот мы смотрим сейчас на них и думаем, что, в принципе, они по жизни так одеваются, так ходят. Но на самом деле это не так. Это тоже перед отправлением на Новую Гвинею важно знать, что там люди такие же, как и мы. Они также одеваются в рубашки, в футболки, шорты, штаны, кроссовки и все прочее. Но когда у них начинается какой-либо национальный праздник или праздник, связанный как-то с их семьей, с их деревней, они всегда надевают свои традиционную одежду. То есть, например, если у нас начинается вот скоро Масленица, и мы все выйдем в сарафанах, там, в портах и так далее, в кокошниках, естественно, кто-то тоже может со стороны подумать, ну, думать, что это такое, что за дикость вообще. Кто вообще не связан с культурой. И поэтому всегда важно образовываться в этом плане, чтобы не думать, что у нас, например, мы прилетим в Папуа Новую Гвинею, а там все люди живут с копьями и с луками. Там люди живут такой же жизнью, и поэтому переживать за это не стоит, что вы отправляетесь куда-то каким-то неизвестным людям. Это такая же цивилизованная страна, и там с этим никаких проблем не будет. Ну и сейчас вот так выглядит сам берег Маклая. Он, в принципе, практически не изменился со времен Николая Николаевича. Здесь стоит монумент на месте его хижины. И, в частности, например, когда туда прибыла русская экспедиция, там я встречал более 3000 человек. Поэтому, когда вы прибудете на Новую Гвинею, будучи молодыми учеными, там вас, естественно, встретят с большой радостью. Ну и хотелось бы еще пару слов в конце сказать о конкурсе, чтобы вы, естественно, присылали свои заявки, вам там
предстоит сначала пройти тестовый опрос по ходу лекции. Там это около 30 вопросов, которые, в принципе, я думаю, вы легко на них ответите по ИЗДРК, так как вы участвовали в лекциях. А после этого где-то на 5000 знаков, это около полутора страничек, вы как раз, может быть, опишите свою экспедицию на Новой Гвинее, выразите свои идеи, что там нужно изучить. И, вероятно, экспертное жюри, где буду и я, и Николай Николаевич, и сотрудники Российской Академии Наук, вы можете быть уверены, что все заявки рассмотрят. А впоследствии уже найдем вот ту заявку или несколько, естественно, я даже уверен, заявок, которые впоследствии просто войдут в историю возрождения отечественных исследований Новой Гвинеи, заявку, которая привнесет что-то новое в научное изучение этого острова, потому что там найдется место абсолютно для любых наук, то есть для геологии, для истории, для биологии, зоологии. Можете изучать абсолютно что хотите. И при этом, но на Новой Гвинее 5% мирового биоразнообразия, чего нет на остальной Земле, все это есть на Новой Гвинее. Так что вам еще предстоит, то есть Николай Николаевич Маклух-Маклай совершил открытие, в советское время были совершены открытия, современность совершены открытия, и вами, я уверен, тоже будут совершены многие открытия. Поэтому проходите вот по этой ссылке expedition.mcluhmaclay.ru, отправляйте свои заявки, несомненно, их все рассмотрят, и, возможно, даже уверен, что многие из вас войдут в историю изучения этого прекрасного острова и продолжат традиции Николая Николаевича. Я думаю, на этом мы закончим саму лекцию и, может быть, перейти к вопросам, если у кого-то они есть. Вопросы, в случае чего, можно задавать в чат, чтобы, если у кого-то нет возможности задать их через микрофон. Вам спасибо, что посетили лекцию, что слушали. Впереди еще их несколько, поэтому, естественно, рассчитываем на плодотворное сотрудничество. Ну вот, я вопросов не вижу, вы можете их задать на следующей лекции, подготовить, если у вас будет, естественно, желание, я с радостью на них отвечу. Вот планируется ли новая экспедиция на остров? Экспедиция планируется, но все исходит вот из современной вот этой ситуации. Кстати, экспедиция, опять же, задействованием как ученых именитых, так и молодых. И, в принципе, вот все зависит от той эпидемиологии, логической ситуации, которая будет складываться уже в дальнейшем, потому что уже последний год показал, что, естественно, планировать все стоит, естественно, стоит рассчитывать на какое-то время, но при этом стоит учитывать вот эти факторы, форс-мажоры, которые, к сожалению, от которых мир не застрахован. Как я уже повторил, можете готовить свои вопросы на следующую лекцию, я с радостью на них отвечу. И вот сегодня мы тогда первую завершаем. Понравился им безумно Санкт-Петербург. До сих пор им присылают фотографии оттуда, то есть они сами, даже кто не был уже в Петербурге, знают, что есть такой город, у них есть и в русском кабинете, который был открыт в Новой Гвинее в декабре 2019 года. Там есть книги, там есть фотографии и так далее, все усиленно, многие, естественно, знакомятся с русской культурой, многие знакомятся с русскими городами. И Петербург им особенно запомнился, потому что все говорят, это прекрасный город, который при этом обладает такой архитектурой, которая на Новой Гвинее, например, там вся архитектура современная, для них это было особенно интересно. Да, я думаю, на этом мы нашу лекцию завершим. Спасибо большое, что подключились сегодня. Спасибо большое за участие. И встретимся на следующей лекции о советских экспедициях.